Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о породах собак, которые идеально подойдут интровертам. Интроверты – люди, которые шумным мероприятиям предпочитают уютное времяпровождение дома. Они погружены в собственные чувства и переживания, имеют узкий круг близких людей. В отличие от экстравертов, интроверты не любят спонтанность. Какие собаки подойдут такому типу людей? Кто из лающих не нуждается в серьезных физических нагрузках и спокойно может находиться долгое время дома? Итак, представляем вам 5 пород собак, которые идеально подойдут для интровертов. Английские бульдоги – идеальные собаки для интровертов. Они спокойные, послушные, нуждаются в умеренных физических нагрузках. Представители породы отличают высокий интеллект и способность хорошо чувствовать настроение своего хозяина. Английские бульдоги преданы, но при этом ненавязчивы. Сиба-ину – настоящие интроверты собачьего мира. Представители породы независимы, спокойны и рассудительны. Они любят наблюдать за происходящим со стороны и знают, чем занять себя в отсутствие хозяина. Эти собаки отлично чувствуют настроение владельца и умеют подстраиваться под его ритм жизни. Очаровательные мопсы станут отличными питомцами для интровертов. Эти собаки в меру общительны, умны, спокойны и не нуждаются в серьезных физических нагрузках. Представители породы очень привязаны к семье, в которой они живут. Бассет-хаунды – независимые, очень умные собаки. Представители породы любят проводить время дома. С серьезным физическим нагрузкам они предпочитают неспешные прогулки с хозяином. Бассет-хаунды хорошо уживаются с другими домашними животными и отлично ладят с детьми. Ньюфаундленд – еще одна порода собак, на которую стоит обратить внимание интровертам. Эти животные ориентированы на людей. Они легко находят контакт как со взрослыми, так и с детьми и прекрасно чувствуют настроение каждого члена своей семьи. Представители породы невероятно тактичны, рассудительны и спокойны. Ньюфаундленды не нуждаются в серьезных физических нагрузках, однако будут рады, если хозяин периодически будет вывозить их поплавать в каком-нибудь водоеме. Представители породы обожают купаться. Если вы любите тишину и покой и ненавидите спонтанность, обратите свое внимание на перечисленные породы. Любая из них не только не нарушит, а всячески поддержит ваш размеренный ритм жизни. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!